Создание отраслевых рабочих групп в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов позволит решать эту задачу точечно. Направлений несколько. К примеру, по легализации объектов в торговле и общепите, на транспорте или в строительстве. Каждую группу возглавит вице-мэр, который курирует сферу. Особый контроль за минимизацией задолженности предприятий перед бюджетом. Здесь важна координация уже на уровне муниципальных, краевых и федеральных структур. Ликвидация недоимки – это одно поле работы. Второе поле работы – это легализация тех хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность на территории муниципального образования. Постановка филиалов, либо подразделений на учет, выявление этих объектов, которые забывают поставить свои подразделения на учет по месту нахождения. Таких представителей бизнеса немало. Есть и фиктивные мигранты. За последние 5 лет налоговая служба нашла более 10 предпринимателей, которые ведут дела в Анапе, пользуются городской инфраструктурой и инженерными коммуникациями, но платят налоги в других регионах. В результате из-за каждого из них и местная, и краевая казна теряют десятки миллионов рублей. Мы смотрели налог в субъект федерации, краевой бюджет, потому что там налоги в долях около 50 миллионов в год. Эти суммы налогов мы сейчас не получаем. За 2 года вот это уже 100 миллионов. Есть резервы и в области так называемой неформальной занятости. Теневые зарплаты не ушли в прошлое. В том числе и с этим явлением как раз и будут разбираться отраслевые рабочие группы. Наша основная бюджетообразующая отрасль – это санкур и торговля. Мы понимаем, плюс сельское хозяйство, да, мы понимаем, что самое большое количество трудовых мигрантов и тех людей, которые у нас никак не оформлены, ну, скорее всего, наверное, в этих отраслях. И нам необходимо консолидировать все усилия, в том числе межведомственные, по пресечению такого рода, так сказать, не совсем правильного бизнеса. 6 рабочих групп по мобилизации доходов бюджета должны быть сформированы уже через неделю. Конкретные направления их действий различаются, но в рамках общей комиссии они будут выполнять одну задачу – пополнение городской казны. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.